Ну что, доча, вот твои 18. Можно с папкой вина выпить. Эх. Ну как твои дела, рассказывай. Я школу золотой медалью окончила. Ага. В БГУ поступила. БГУ? На философский. Ага, ясно. Янка, лучше бы ты дело свое открыла. У меня в твоем возрасте уже ларек был винный. О, ну, ладно, это все лирика. Давай, из-за тебя. Ну, как тебе? Вкусно. Папка делал. Что еще у тебя? Ну, пап, знаешь, мой школьный реферат напечатали в научном журнале. Его выпускают по всему миру на 8 языках. Алло? Да, я. Слушайте, а чего вы меня беспокоите? Меня нету сейчас. Я уехал. Загружайте фуры куда надо. На Витебск? Отправляйте на Витебск. Я сейчас занят. Перезвони попозже. Перезвони, я с дочкой. Да? Тортик. Угу. Еще я недавно выиграла республиканскую олимпиаду по английскому языку. Угу. Я учу хинди и испанский. Слушай, вот зачем себе голову забивать этими языками? Если у тебя есть деньги, нанимаешь переводчика, он переводит. И хинди, и шминди, все, что надо, тебе переводит. А эти вот лишние траты времени... Какой-то приторный. Так, ладно, давай еще раз. Ты, я вижу, не распробовала. Еще раз. Это лучший наш сорт, между прочим. Давай, знаешь что? За 18, когда можно уже пить папкино вино. Давай. О, подожди-ка. Угу. Слушай, знаешь что? Давай решим так. Ты приезжаешь к нам в Вулканеште. Я тебе делаю начальником цеха. Прессу, там очень классно. Ты не приезжай. Папа все сделает. Папа, ну ты же понимаешь, что... Все, ну ладно, мне пока пора. Все, давай, созвонимся. Счастливо. Ага, да, я. Ага, слушаю. Да, я уже лечу. Встречай меня, я на входе. Ага. Алло, мам? Ну что, доченька, как вы там? Сидите еще с папой? А через сколько ты дома будешь? Давай вместе кино посмотрим. Забегу в магазин и домой, хорошо? Не грусти, я скоро.